старая, мать старая. И отец, да вы что, надо, надо все. Ну, Украина уже. Да вы не управляете, как я тебя снимаю. Это же вот твой, ты же не канал показываешь. Это же не канал, да? Пожалуйста, за территорию. А нам что, не жалко этих ребят, пусть они уходят? Я знаю, что это Киев, правильно? Что, они не люди, что ли? И тоже. Нет, что, они не люди? Да, тоже жалко. Это же Киев. Все выходим, вы будете сейчас видеть своих мужьев, живыми, здоровыми. Пожалуйста, пожалуйста, мужики, женщины, быстрее, быстрее, пожалуйста. Господа, расходимся, сказали вам. Ну, свои просто. По дерево туда встаньте, чтобы вас никто не видел. Не поведут куда-нибудь или нет? Знаешь, скорее всего. Нам бы пройти с ними. С кем? Да. Попробуем.
Что у вас за агент? Слушай, а почему ты не сохраняешь? Великий объем он не может загрузить его просто. Лучше просто стримить онлайн. Йо. 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 Коллеги шутят. Женя, хочешь пить? Я хочу, нет. А, наверху. Слушай, есть что-то можно? Позвони. Зайти и сохранять это. Да, если они захватывают видео, если они намеренно захватывают видео, то они могут это сохранить. Это как правило делают телеканалы. Если они будут стримить, они могут его сохранить. 112 нам должен. Только реклама. Надо им написать. Как интересно, они вышли на 112. Убили, понимаешь, веру в последний украинский канал, который Джим еще смотрел. Ты еще кто кому должен. Вертикально. Вот так? Я не вижу, там такое зеркальное отображение вообще. Алло, да, это по-прежнему я. А я внутри, но люди уже выходят. Да что он погорячил? Может, чем? 20 минут закончится. Я понял, надо было внутрь. Ты сфоткала этого? Даже не думайте пересекать линию, вот там да. Не стоит. Хорошо. Да, иначе пойдете за замком. Да, я постараюсь. Это Виктор Иванович, он немножко бардачка тут разрешает. И они. Кто такой Виктор? Жалко, что не я. Командир. Перезагрузи его, пока они все спустят. Или что там, перезагрузи стрим. Да, сейчас у нас.
одна. Кажется. Да? Thank you.
есть? Yeah.